А сейчас просим кого они выбирают себе в соперники. Михаил Александрович, кто будет вашим соперником на этот раз? Вот так, Никита Троицкий, на автомобиле «Формула-3» очень много потеряла наше российское животноводство. Потому что Никита сказал, если бы я не стал автогонщиком, точно пошел бы в какой-то мясомолочный институт. Автомобиль класса «Формула-3». Мощность этой крошечной машинки 240 лошадиных сил при весе всего 505 килограммов. Максимальная скорость разгона на 100 километров 2,5 секунды. А Никите всего лишь 18 лет. Он буквально 2,5 километра. Он поступил в университет в Петербурге. Поздравляем Никиту, ну а Микки на скорости чуть более 200 километров в час. Я уверен, что экипаж разгонит эту сверхзвуковую машину до скорости 700-750 на обратном проходе. По крайней мере, под ваши бурные аплодисменты команда «Авиатор» пока проигрывает 2-3, но нужна поддержка. Да, уже подъезжаем. Такой, да? Золотой это обзор. Обзор? Люди могут
наверное, уже все закрыто, да? А, ну это Ростехэкспорт там продавали такие. Всякие комплектующие, наверное, да, типа? Ну, наверное, спортивные. Да? А? А, спортивные, да. Отлично. А вон в ВТБ я хочу. Давай зайдем. О! Блин, блин. У них? Да. О, они там. Форсируем. Ну все вроде, да? Можно не снимать. Да, пока да.